призыва выборных депутатов органов местного самоуправления, прошедших 19 сентября 2021 года на территории Саратовской области. 17, 17 и 19 сентября 2021 года на территории Саратовской области проводились выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, Саратовской городской думы 6-го созыва, иных органов местного самоуправления и всего замещения у нас подлежали 1157 депутатских мандатов. По предварительным данным, по данным обработанных 100% протоколов по состоянию на 9 часов утра 21 сентября, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва признаны состоявшимися. В выборах приняло участие 55,71% от общего числа избирателей, включенных в списке кандидатов. Голоса избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов, распределились следующим образом. Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Саратовский округ номер 163, 62,74%. Балаковский округ номер 164, 60,22%. Балашовский округ 165, 55,18%. Энгельский округ 166, 60,81%. Итого по области 59,84%. Политическая партия, Коммунистическая партия «Коммунисты России». 163 округ 19,51%, 164 округ 19,15%, 165 округ 24,77% и 166 округ 20,01%. Итого по области 20,74%. Политическая партия ЛДПР. 163 округ 4,84%. 86, извините. Балаковский 164 округ 5,02. Балашовский 165 округ 5,79. Энгельский округ 166 4,99. Итого по области 5,05. Три партии, да? Прошли следующие. Да. Результаты выборов по одномандатным избирательным округам. Саратовский 163 округ. Кандидат Володин Вячеслав Викторович. Субъект движения «Единая Россия». Количество голосов избирателей, поданных за избранного депутата, 173 322, что составило 72,11%. Балаковский округ 164-й, Панков Николай Васильевич, «Единая Россия», 63,07%. Балашовский округ 165, Воробьев Андрей Викторович, «Единая Россия», 52,50%. Энгельский 166-й округ, Стрелюхин Александр Михайлович, «Единая Россия», 51,73%. Вот такие у нас результаты.